Улучшая инвестиционный климат, выездное совещание провел Алексей Валов в рамках так называемых инвест-часов. Встречи с предпринимателями стали уже традицией, их основная задача – помочь бизнесменам в реализации их проектов и тем самым создать новые рабочие места. В компетенцию компании «Цель-Абек» входит вентиляционное оборудование. Производство отличается высокой степенью автоматизации. Сварочные работы выполняются роботом. На предприятии работают порядка 150 человек. После посещения компании руководитель районной администрации отметил, что очень важно развивать внутреннюю кооперацию, предпринимателям выходить на совместные мероприятия и налаживать сотрудничество друг с другом. Предприятие довольно-таки успешное, с небольшим количеством рабочих мест. Но мы на наших переговорах пришли к выводу, что количество рабочих мест можно увеличить за счет предоставления преференций губернатору Московской области.